В Димитровграде продолжается традиционная акция «Посади и вырасти свое дерево». В этом году сразу при посадке каждый саженец получает паспорт зеленого насаждения. В документе указаны порода дерева, его возраст и дата высадки. Вся эта информация нужна для составления реестра зеленого фонда города. Напомним, только этой осенью в рамках акции «Посади и вырасти свое дерево» в Димитровграде планируют высадить почти 5000 саженцев.